В Югре сегодня отмечают Международный день рек. Две великие сибирские реки и их притоки, порядка 30 тысяч больших и малых рек, протекают на территории округа. Обе Иртыш занимают первое место в России по длине и площади водосбора. Для югорчан реки имеют особо важное значение. Во многие труднодоступные поселения региона летом можно добраться только по воде. А лов рыбы занимает важное место в экономике округа и является одним из основных промыслов коренных народов. В Югре в рамках реализации региональных проектов национального проекта «Экология» ведется работа по сохранению и рациональному использованию уникального природного наследия. Югорчане участвуют в акциях по очистке водоемов и их береговых линий. Проводятся мероприятия по зарыблению. Внести вклад в защиту рек может каждый. Достаточно соблюдать ряд простых правил. Не оставлять на берегу мусор, не мыть в реках машины, не сливать в водоемы отходы и экономить воду.